Что же такое стресс? Стресс – это объективная характеристика жизни. Нет живого существа, которое не испытывало бы стресс. Даже растения, не имеющие нервной системы, испытывают стресс от засух и заморозков. Стресс, что в переводе с английского означает давление, нажим, напряжение. Это защитная реакция нашего организма на раздражители окружающего мира, на которые нужно отреагировать, выйти на нормальный уровень существование, то есть жить дальше. Полное отсутствие стресса обозначает смерть. Основоположник и исследователь стресса Ганс Селье. Факторы, вызывающие стресс, стрессоры. В современной жизни их очень много. При положительном стрессе помогают человеку изменить свою жизнь. Пережить сложную ситуацию, выйти на новый уровень. Это эустресс, приводящий к положительным изменениям в жизни человека. Но если воздействие раздражителей очень сильное и стресс слишком затянулся, организму уже тяжело справиться с такой нагрузкой. Стресс переходит в отрицательный. Это ди-стресс. Горе, нужда, истощение. Дистресс опасен для организма и может привести уже к депрессии. Об этом далеко не безобидном явлении в человеческой жизни мы поговорим в следующем ролике. Если вы хотите узнать об этом подробнее, то оценивайте и переходите на следующий ролик. У вас уже были случаи, когда вы теряли интересные каналы, а потом сложно было найти? Чтобы не испытывать еще один стресс, подпишитесь на наш канал и испытывайте только эустресс.